хотя здесь три дня назад уступил в драматичном, очень даже кардинально. В воротах Пауло Гассанья, а не Динке. Манчестер Сити 3-4, но первый-то матч был выигран со счетом 1 в стартовом составе. И вот вновь противоборство на Пепа Гвардиоле. Но факт есть факт. Справедливость восторжествовала. Составы команд. Себио, Симоэн, Шагуэш, Калуна. Великий португальцы. Отбивает мяч Фертонген, Бернардо. Гассанья. Очень четко. Болистый матч Тоттенхэма. Сон, который стал лидером атаки. Вернее, Рахим Стерлинг забил его из передачи. Взятие ворот справедливо или нет. Пас вперед на Дели Алли. Но Дели Алли выглядит, надо сказать, не то чтобы желтая карточка, но замечание сейчас должен сделать Оливер, футболисту, рисованный во времени между одними и теми же соперниками. Бернардо, подача, и вот момент, удар по воротам. Гол. Это Фил Фоден, которому этот гол подарил Серхио Агуэро. 1-0. Начало, ну, прям-таки такое же, как и 17. Уокер передает мяч на Кевина Де Бруйне. Что бы, конечно, ни говорили о различных тактических изменах ФИФА и также арбитр ФИФА, вот с 1 января 2019 года, это Крис. Снова на Эриксона на фланге. И подача. Ну, здесь не отменяет борьбы за чемпионство у Манчестер Сити. Посмотрите, он впервые в своей карьере не в молодежной сборной, а Фил Фоден. Первый гол, исторический гол Фила Фодена. Это, конечно, был отрезан. Но пока, опаснейший момент. Удар! Эриксен мог сравнивать счет, но Эдерсон выскочил вперед. Великолепные комбинации. Посмотрите, вот здесь ошибаются центральные защитники. Какой провал в обороне. Посмотрите, какая дыра в обороне. И опять Сити сменилась затем жутким унынием. Команды, которая в течение двух сезонов практически не тратилась на... Можно играть. Сон с мячом. Отличная передача. Удар воротом. Это Фольгбил. Передачу на фланг. И Рахим Стерлинг. Подача в штрафную. Это и Мигель де Гастино. Первый ассистент. И Хесус Перес, который обнимает в финале. Но нам сейчас нужно сосредоточиться. Подача на месте. Это тоже достижение. Добитые голы. И опять ошибка. Сон выходит к воротам. И сколько бы ни говорили. Вот, пожалуйста, вот вам ошибка. Позиционная ошибка. Опять. Оливера Челси 8 декабря. Ну и, наконец, Тоттенхэм выиграл. Агуэро. Передача на Стерлинга. Агуэро. Слишком сильно мяч уходит за пределы поля. Фил Фоден. Да, он должен быть. На Бернардо, теперь уже Бернардо подает, мяч отбивает. Завтра выезд Ливерпуля в Кардифф не будет, ни Уорнок. Это достижение Пеллегрини, который оставил команду Попо. Что у нас пока? Тонген, на мой взгляд, нарушает правила. Это пенальти. Лучше с капитанской повязкой. Его гол, пятый гол, который был, это победа, этот проход в полуфинал, а это победа, безусловно, хотя и формально безраздельной инициативой, но мы видели, как несколько раз футболисты Тоттенхэма, да, если говорить о системе Дубарева, а это Фоден выходит на ударную позицию. Манчестер Сити, нет, плюс 65 уже 65 с голом Фодена, да, а у Ливерпуля Рахим Стерлинг подает. А тут некому было делать передачу. А может быть, это все-таки был удар Тан Компани и Ван Бейтон. Они составляли пару центральных защитников сборной Бельгии. А сейчас... Ух ты, Тоттенхэм, Эриксон по центру на Дели Алли. Здесь Эдерсон рассчитал. Комендант против Манчестер Сити. Бернардо. Передача вперед на Фодена. Фоден очень часто выходит. Вот Пеп Гвардиола
здоровьем одного из своих лучших полузащитников. Фернандинь. Назад на Гюндогана. Гюндоган Уокеру. Сейчас будет подача. Подача. Ну, слишком на фланг. Еще одно подключение. Хуан Фой. Прострел. Хо-хо. Лукас Моура. Кайл Уокер. Удар по воротам. Так что здесь Санчеса, и передача была вперед на Зинченко. Но прочитал Андер Рерольд эту нехитрую комбинацию. Вперед на трех защитников. Но его нагоняет Рахим Стерлинг. Сон выходит один на один. Удар! А кто-то затем вновь вернемся в Манчестер на Этихад Стадиум, на стартовую игру. Майкл Оливер, главный арбитр сегодняшней встречи, дает свисток. И Сон производит первый гиньон. Кевин Де Брёйне, повторюсь, травмирован. Он отыграл всего лишь 38. И опять Дайер отбивает мяч из предела штрафной площади. Подача, вернее, прострел, снятное дело, а психологически. Тягуэро бьет по воротам. Там оказался вовремя Алдервейрельд. Еще один удар. Мимо. Мимо ворот. Сити очень опасно атакует в эти первые минуты. Сначала мы видели выпад Тоттенхэма, но затем пошел Сити. И вот здесь хороший матч. Команда Нила Орнака, очень симпатичная команда, вернется Тоттенхэм. Моура. Сон, но здесь положение вне игры. Манчестер Сити, Гюндоган. Нет положения вне игры. Агуэро, но здесь отлично играет в подкате Фертонген. И, правда, задевает при этом ногу Серхио Агуэро. Бельгиец, жесткий защитник. В первом тайме мне показалось, что судья должен был назначить пенальти в ворота Тоттенхэма, когда Фертонген сзади, добираясь до мяча, ударил по ногам Дели Алли. Очень хорошо подправил мяч, а вот передачу сделал неточную. Однако нарушение правил. Об этом чуть позже. Сейчас Бернардо. Бернардо подача. Ну, здесь Давинсон Санчес отбивает фланги. И передачи, и отбор. Все. Передачу на Зинченко. Рахим Стерлинг пытается уйти от форта. Яркий и комбинационный футбол. Гюндоган сейчас будет подавать штрафную. Подача. Удар. Алдер Верельд. Сильно посылает мяч вперед. И здесь игра рукой. Кричит Дели Алли, но не ассистент, не Майкл Оливер. А вар здесь не применяется пока. Давайте посмотрим еще раз. Вот подача. Ну, понятно, подсказывали в Лиге чемпионов Чикиру. А в это время Серхио Агуэро врывается. Была травма и, может быть, рецидив. Решил не рисковать своим здоровьем своим. Лерою Санне. Эдерсон играл как заправский либеро. Такой задний защитник подчищал огрехи своих. Лерой Санне Фойт уступает мяч немцу. Нарушение правил. Против Фертонгена. Бернардо пытается уйти от бельгийца. Подает штрафную. Там прыгает. Эксонная передача на Сона. Сон против Лапорта, но Лапорт. Лерой Сане против Фойта. Лерой Сане бьет поворотом мимо. Гасанига видел, что мяч идет мимо, и не сбёрли на выезде. Так что у Арсенала самый что-нибудь. Вот тут мяч попал в грудь, как мне кажется. Рядом был Алдервейрельд. Ну вот встала Почеттино. Хаддерсфилд. И завершается все с Кардиффом дома. Прострельная передача. И вот здесь Гассанига. Как не забивает Рахим Стерлинг, непонятно. Сейчас, конечно, маху дала оборона Тоттенхэма. Стерлинг был один из линии вратарской. Бил, ну как в дыр-дыр во дворе играют. И здесь пробьем. Но с другой стороны, можно было понять и Пепа Гвардио. На Моуру. Моура в штрафной. Еще момент. Продолжается атака Тоттенхэма. Открыть бразильца. И только, тем более, тут еще рикошет. И Стерлинг. Передача на Агуэро. Агуэро разворачивается в атаку. Двое имеет.
в своей коллекции и мира, и Европы. Андервейрельда убер. Причем немного подача. Подача на Йоранте. Эриксон бьет воротом. Рикошет. Еще один. Ноги Роуза. Мяч влетел в ворота. Нарушение правил. Нарушение правил. И пробить должны.